Всем привет! Очень рада, что вы зашли на мой канал. Меня зовут Алена, и сегодня хочу вам в этом видео рассказать о совместном проекте, в котором я участвую. С понедельника начну. Согласно правил, я должна начать новый процесс. Это будет последний процесс. В следующий понедельник мы уже будем показывать результаты наших работ, 4 процесса, которые мы начали каждый понедельник марта. И это будет опять мохеровый пуловер с модными пышными рукавами и V-образным вырезом. Вот этот я буду вязать. Вязать я буду из очень красивой пряжи. Именно с этой пряжи я уже вязала джемпер. Я его очень люблю. Пряжа эта очень классная. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Конечно же, я не смогу показать его весь, но я прикреплю фотографии. Этот джемпер я ношу достаточно долго, уже пару лет, и очень-очень я его люблю. Пряжа это очень классная, не колет и очень красивый черно-синий цвет такой вот. Плюс ко всему она переливается, особенно на солнце, очень красиво смотрится. Пряжа это называется, если я правильно называю, Линепио Италия, артикул Металлика. Состав здесь 32% суперкит мохер, 25% шерсть и 43% полиамид. Метраж здесь 450 метров в 100 граммах. Узор, который я буду вязать, называется «Розочки». Я думаю, что с этой пряжи он будет замечательно смотреться. На этом джемпере, к сожалению, не очень видно узор, потому что пряжа все-таки темная. Но когда ее, например, одеваешь, то узор этот, конечно, просматривается. Что касается работ, которые я начала ранее, то они продвигаются. Две работы я уже закончила, третья в процессе. Я, скорее всего, вряд ли что успею связать новый пуловер за неделю, но обязательно его закончу. Я его буду вязать своей подруге. И, кроме этого, это мой самый любимый парикмахер. Вот, хочу я сделать такой вот подарок. Мастер-класс на этот пуловер я постараюсь записать. Поэтому, если кому-то понравилась такая модель, подписывайтесь на мой канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить видео. А всем девочкам, которые участвуют в нашем проекте совместном, желаю быстрого продвижения всех процессов. Очень хочется уже встретиться в следующий понедельник и посмотреть на ваши работы. На этой нотке я с вами буду прощаться. Всем пока и до новых встреч!